областном правительстве прошла 26-я конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Участие в ней приняли все муниципалитеты Московской области. Городской округ Химки представил секретарь местного отделения партии власти Дмитрий Волошин. По итогам работы в 2021 году Химки вошли в число лучших муниципалитетов Подмосковья. Городской округ наградили медалью и благодарственным письмом за успешную реализацию избирательной кампании по выборам депутатов Государственной и Московской областной думы. Награждается местное отделение городского округа Химки. Секретарь Волошин Дмитрий Владимирович. Как отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов, главное для партии – это люди. На повышение доверия сегодня направлена работа всего депутатского корпуса и партийного актива. Реализация наказов – это основа и приоритет в работе Московского областного регионального отделения, всего депутатского корпуса и партийных отделений на предстоящий период. Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева в 2021 году удалось реализовать множество социально значимых проектов и решить важные для Подмосковья задачи. Однако на достигнутом останавливаться не планируют. Впереди, отметил секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов, подготовка к губернаторским выборам.